Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот этот вот фирменный циферблат канала SmartWatch вы сможете приобрести в описании видео, тем самым поддержав канал СВ. Ну, если есть на то ваше желание. Ну, а мы с вами, значит, о видосике-то. Вот об этом приложении. Приложение для измерения температуры кожи и внешней среды. Это уже второе приложение данного разработчика. Первое приложение, оно выглядит вот таким вот образом. И у меня есть о нем видосик. Посмотрите его, сможете также, пройдя в описании видео. Что значит это у нас делает? Нажали, и оно измеряет у нас по умолчанию температуру Цельсия и Фаренгейт. Допустим, в данном случае моей руки. В чем же отличие с данной версией? Стоит что та, что это примерно около 100 рублей. Кстати, приобрести вы их сможете либо в Play Market, в Google Play, да, либо в Store, VR Store, тоже, кстати, в России сможете приобрести. Данное приложение отличается, дорогие друзья, тем, что на нем есть или оно подключено к службе отслеживания здоровья. Другими словами, оно сможет делиться своими данными с приложениями, ну, в принципе, так я понимаю, допустим, Google здоровье должно по умолчанию. Значит, что у нас здесь? Смотрите, вот я нажал, оно показывает, что вот Connect со службой, с сервисом, вернее, отслеживания здоровья. Дальше нажимаю на измерение. Это температура кожи. 35,8. Как бы мы с вами видим, что с этим приложением разница, в принципе, небольшая. В 1 градус, да? Вот в 1 градус. Ну, а второе значение, это уже внешнюю среду измеряет вот это вот, пожалуйста. Если мы, допустим, положили на стол и посмотрели, какую же он нам температуру покажет здесь. Насколько, так скажем, данное приложение точно измеряет температуру, сказать вам не могу. Единственное, что знаю, так что этот человек, так скажем, он обновляет данное приложение, ну и оно будет обновлено. Вот сейчас я положил на стол и показал 38,2. Почему? Потому что часы с этой стороны у меня горячие, и на столе положили, соответственно, температура была именно снята с этого. Если я на весу подержу, допустим, и попробую также измерить внешнюю температуру, давайте-ка посмотрим, что ж у нас получится. Есть ли какая-то разница вообще? 38,0. Ну, в данном случае, я думаю, они привирают, конечно. С чем это связано, не знаю. Может быть, потому что вот, что они снизу горячие. Но, по идее, датчик не должен на это реагировать, хотя, может быть, и реагирует. Проверим сейчас на том приложении, что он нам покажет. Вот так вот, допустим, мы сделаем. 27,1. Ну, в принципе, разница небольшая. Не знаю, насколько точно, ребята, судить не буду. Ну и призывать вас покупать это, конечно, не буду. Хотите, берите, хотите, нет. Как говорится, дело ваше. Ссылочка в описании видео. На мой взгляд, конечно, баловство это все. Ну, может, кому-то и пригодится. Кто его знает. Поэтому вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь, лайки, ваши комментарии. Возможно, знаете какие-то другие приложения. Тоже бы хотелось это узнать от вас. Буду очень рад. Пока.